сотни верст ее пределы, а душу рвет и давит тело. Моя Сибирь. Привитос, амигос. Это, блядь, четвертая, наверное, попытка записать данную серию Tomb Raider. Потому что игра виснет, она стала виснуть после того, как подвезли новую графику, но у меня, по крайней мере, когда Nvidia завезла свои вот эти фишки, да, по-моему, Nvidia там, свои вот эти красивости, все, естественно, стало через жопу. Сейчас я все это подключал, надеюсь, что игра начнется. Значит, я нашел здесь гробницу, но попасть в нее я не смог, не могу, потому что там висит какой-то перекладина какая-то. Мне кажется, за нее надо чем-то цепляться, чем-то типа, наверное, хлыста, как у Индиана Джонса или что-то. Лук, может, какой-то специальный там со стрелами надо найти. В общем, туда мне не попасть. Пока что. Вот. Еще собрание проводила это Софья, или как там, дочка этого Якова. Вот. Инструктировала Матикая, как они будут сражаться с людьми при помощи своих луков и камней против людей, у которых автоматы и боевой вертолет. Вот, они в лоб нападать не будут, будут вести партизанскую войну, обескровить их попытаются. Ну, короче, видимо, Риана Пратчетт насмотрелась фильма «Аватар», по-другому тут не скажешь. Вот, Яков сейчас даст квест. Вроде как еще не сохранился у меня этот. Нет, он уже, значит, дал. А, вот. Лара, может, подсобишь? Наши бойцы рассредоточились по всей долине. Если зажжешь огонь на сигнальной башне, то они поймут, что надвигается угроза. Сделаю, что смогу. Как огонь, ну, чисто Dragon Age, ёпты, серые стражи, да? Это куда такая, интересно, у нас дорожка? 70 FPS у меня сейчас игра выдает, что... Оу, да, сучка тупая. Ну, понятно, это на трассу съехать обратно. А как туда попасть? Надо куда-то пригвоздить. Но я, честно говоря, не вижу. А, вон. Вниз. Как удобно. Вот, я пытался Shadow Play'ем записывать 60 FPS. Но, сука, два раза запись зависла. И пошел нахуй тогда этот Shadow Play. Сейчас опять бандикам. Опять 30 FPS. Ну, потому что я... Ну, я не могу уже 25-й раз пытаться записать одно и то же. Вот в будущем как-нибудь, когда-нибудь все перейдет на стабильные 60 FPS. Но, видимо, явно не в Tomb Raider. Так. А, вот это прикольно здесь. Ух, опасно-то. Да, настроение, конечно, становится уже не то, когда раз пробуешь записать, два. Уже боевой настрой пропадает, конечно, блядь. Спасибо, ёптую. Все из-за переустановки винды, я базарю. Вот старая потертая винда, она вот все-таки так не подводила, она была проверена временем. Я начинаю осознавать, что я становлюсь таким, знаете, консерватором. Я против любых каких-то обновлений, против вообще нововведений, апдейтов, апгрейдов. Вот пока работает, трогать не надо, я считаю, ничего. В том числе и в играх, когда там начинают. А мы вот придумали вот эту фишку там ввести в тайничке, а вот эту мы придумали. Нахуя? Люди играют, людям нравится. Вы начинаете что-то, блядь, изобретать. Будет как он, как War Thunder маркеры, когда убрал. Все охуели и ушли. Вот, зачем это надо? Мне кажется, ли башня шаталась на ветру сейчас? Нет, вроде нет. Что это такое? Порох, что ли? Очко навыка. Фляга с маслом. Ага. Напекла бляны со смаслом, наварила щей. Изготовление огненных стрел. Используя флягу со смаслом, можно создать... Ага. Выберите огненные стрелы, нажмите несколько раз, пока не появится изображение огня. Для изготовления таких стрел нужно... А, нужно масло ткани обычной стрелой. Ах ты гребаный Майнкрафт. Так, где у меня огненные? Сделал, смотри-ка. Ну это, слушайте, уже какой-то Assassin's Creed. Ну прям она вообще лезет и... И дура, блядь. Это Assassin's Creed, только играешь тупой бабой. Я что-то не понял, куда там дорога-то вела? Да давай ты, корова! Второй раз можешь тут с завязанными глазами залезть. Подождите, ну сюда, хорошо.
А-а-а. Ёб твою медь, там уголочек торчит, вообще не видно. Надо было этого чувака нахер послать, пусть сам лезет, зажигает свое говно. Это ж просто, блядь, просто какая-то, сука, тропа войны здесь. О, там еще масло, смотрите, стоит, походу, да? Охуенно. А, вот. И типа дрова у них за столько лет не отсырели там. Спасибо, Лара. Наши не затрухлели. Теперь у них будет время отступить. Вспыхнули как надо. Приходи в верхнюю деревню. Я собираюсь. Сигнальные огни Рохана. Хорошо. Ждем всадников на рассвете. Да, и как ты так быстро слезла-то, расскажи-ка мне. Можно еще кучу стрел маслом замаслить. Так, теперь я, получается, смогу сжигать преграды, которые мне не дают пройти во всякие тайники, да? Блять, и как мне вниз-то спуститься? О. О, нифига. Ебаный насрал, а. Издержки управления. Интересно, этот металлический металлический вот этот вот ледоруб, на котором она съезжает, он не нагревается от трения? У него просто даже ручка, по-моему, не обрезинена. Она еще так баланс идеально держит. Винтовка разблокирует. Оти-пути, нихуя себе. Поблизости союзник доступно. Ой, пошел он... Хотя здесь за самые неинтересные квесты самые крутые награды. Где тут союзник-то? Вход в склеп. Не в гробницу даже, в склеп. Сзади. Ну-ка, пойдем-ка. Разберемся, что там за склеп. Вот это что ли? Тут, по-моему, медведи живут, они склеп. Доставай свою палочку, ничего же не видно. Это просто стенка, которую надо сломать. Я думал, это табличка, которая опять из знаний добавит. Когда уже мистика начнется, скелеты какие-нибудь начнут ходить прикольные. Значит, Лара Крофт, здесь все можно делать. Тут реализма быть-то не должно, по идее. Оу. Нифигово. Кое-какнулась она. Спустилась. Сука, этот симулятор рудокопа уже, честно. О, смотрите, мумии. Три. Троица? Ёпта. Святая, наверное, это она и есть. Правильно, нахуй нам хвататься за какие-то там канаты. Мы так, по привычке. Рухнем, как мешок с говном, да и будет. О, а это что такое? Аврора. Лекарь. Аврора корабль, ёпты, какой лекарь-то. И опять камера так ненавязчиво нагнулась, чтобы, блядь, жопа Лары Крофт оказалась максимально в кадре. Одобряю, нравится. Культ стройных жоп давно пора пропагандировать среди девочек всех возрастов. Приседайте. Путь был долгим и трудным. Людей одолевали хвори, немощь, ранения. Аврора же училась по трудам Гиппократа и других великих целителей. Только благодаря ее стараниям до Кити же дошло так много верующих. Только благодаря ей знания о целительстве будут передаваться из поколения в поколение. Ну да, как каменным ножом гланды вырезать, например. О чем он говорит, какие там ценные знания.
Оу. Смотрите, наскальная роспись. Сейчас. Добуду минералов. Вон, смотрите, наверху. Офигенно нарисовали. Как будто они умели так рисовать, ёпты, в древние века. Это причем созвездия какие-то, походу. Персей и бык там какой-нибудь, не знаю. Минотавры, наверное. Я не знаю, видно ли будет на записи, но... Охрененно так смотрится. Кстати, это вообще похоже на купол на какой-то. Подождите, а мне туда или... Или туда? Вон, чувака мечом проткнули. Что это такое? А, это масло здесь нужно найти. Блять, опять это говно. Слушайте, знаете, какой перк бы здесь не помешал? Не двойная добыча руды, а быстрая добыча руды. Чтобы один раз тюкнула, и все, и пиздец. Потому что надоедает. Смотри, как она машет своей этой херней. Они с пылью иногда перебарщивают. Мутнят картинку очень сильно. Ой, это что? Это халявный гроб. Не надо ничего разгадывать. Особое место. Ну тут, блядь, не иначе, как Македонского похоронили, слушайте. Приступим к осквернению. Том Брайдер — это не расхитительница гробниц, это осквернительница гробниц. Точно, вон, смотрите, капель кольчуга. Деталь древнего лука, одна из четырех. А почему одна из четырех, если мне уже дали деталь древнего лука? О, пророк опять. ХС. Ну, Христос Иисус, блядь. А, нет, нихуя, не сходится. Другой, видимо, пророк. И откуда, интересно, тут свет пробивается из темной дырки в потолке? Даже дырочки нету, а свет идет. Ну, главное, чтобы смотрелось красиво, а то, что там всякая логика, там вот это все. Кого волнует? А зачем, интересно, тут лужа с маслом, если здесь нечего поджигать? Могли бы какую-нибудь загадочку на свет сделать все-таки. Что-нибудь интересное там. Ой, пошла ты в жопу, эта руда уже надоела. И все это выход, да, как бы? Ага. Да. Склеп, конечно, интересен просто до обалдения. Ничего в нем не происходит. Такое ощущение, что в Division играю. Там тоже, как куда ни залезешь, ничего не происходит. В метро спустился, ничего не происходит. В канализацию залез, никого нету, ни души, даже крысы не бегают. Да, разучились игры делать. Одна надежда на Dark Souls. Там, как только ты куда-то залез, особенно туда, куда тебе надо, лазить не надо, блин, сразу по мордасам. О, а это что такое? А, это развилка. Когда уже место кончится для этой херни? Да, ну назад я вышел быстрее, чем внутрь лес, конечно. Что радует. Так, рядом союзник, который мне хотел вроде дать какой-то очередной дебильный квест. Наверное, вот этот вот бравый солдатик. О, рядом гробничка. Где рядом-то? Вот та рядом? Или здесь еще одна? Привет. Надеюсь, стрелять из него ты умеешь. Где у вас гробница здесь, чувак? Колись. Может, где-то здесь? Ну, как бы... Ага. Там беспалевно можно перепрыгнуть туда еще. Надрезанная железная монета, согнутая в форме крюка. Может быть, гвоздодер такой? Согнутая в форме крюка? Где? Вы видите тут что-нибудь в форме крюка? Гвоздодер. Хрен его знает. Может быть.
Упс. Тупая баба не допрыгнула. Вообще, эта веточка подсвечивалась таким образом, что как бы она вот должна, блядь, за нее зацепиться, хоть ты выебись. Но... Видимо, настроения у нее не было прыгнуть как следует. А, ну это... Подожди, а где? А это что такое? Это какая-то метка. Это какая-то метка, но не про гробницу. Но разобрать не получается. Ну, рядом гробница испытаний, сука, где? Бабуся какая-то сидит. Салатики режет, походу, шинкует, ёб твою медь. Такое чувство, что я лезу ее пенсию воровать. Серьезно. Блять, ради этого стоило тут ползать. Сколько стопы? Ага, вон у нее там чё. Ай, нахуй. А чё такое? Последователи пророка бежали, но на них напали. В Сирии. Интересно, из Сибири, от Сибири до Сирии, как там расстояние, кто-нибудь знает примерно? Хуя они бежали. Бегуны и марафонцы, блядь, охуенные причем. Сука, твою мать, где гробница-то? Хер его знает. Вроде нету здесь никаких гробниц. Особенно поблизости, вот далеко есть. Яков, тебе летят вертолеты. Над нами вертолет, но мы идем вперед. Не отступим мы с тобой назад. Вон опять перекладина эти, смотрите наверху. Не высовывайся! Отходим! Держаться вместе! И будете убиты! Сражайтесь, суки! Я вам чё вышки строил, блядь? Бейтесь, как львы! Сука, мне кажется, что в это болото гуси насрали. Почему оно зеленое? Блядь, красиво здесь, конечно, прям нечеловечески. Не такие виды. Блять, вы чё, уже в плен сдались, что ли? Где святой источник? Говори! Стой! В пятерочке! Так, не надо! 30 рублей 1,5 литра. На, поеблу. Где он? Стойте! Стойте! Есть карта! Атлас! Он укажет путь! Гламурный Ладно. Террорист какой. Говори, что там за атлас. Блять, чувак, да я просто его из лука вольну и все, нахуй. Зачем ты дал убить своего друга, я не понимаю. А, вот так вот здесь пушки лутаются. Покажу! Блять, такое ощущение, что... Трупы как будто, точнее люди, как будто они вообще невесомые какие-то, блять. Охуеть, у них что, тоже дробовик помповый? Дай ли бы, блядь, хоть полечиться, ёб твою мать. Они как-то отлетают, знаете, как в Хитмане, олдфажном. Вон, прям такие сальтухи крутят, пиздец. В прошлой части Лары Крофт они на дробовик вообще не реагировали. Патронов-то понаставили. О, бабку завалили. Ироды ебаны. Бас, пророк накажет. Ой-ой-ой-ой-ой. После каждого выстрела прицел задирается куда-то вверх. И играл бы я на мышке, я бы не заметил, но на геймпаде это просто боль. Хуянина ранена. Опа! Она перезаряжа! Эх, его заколбасило.
Фаталити. Блять, от нихуя она рванула. Сука, просто вообще. Что за поза такая? Это где его лево? Где его жопа? Такое ощущение, что. Он, наверное, при жизни был балерун. Он прям был солистом, сука, балетной труппы, я думаю, что. Нихерово так изогнулся. Не дай ему уйти! Не дай, он и ломал говно. Захватить себя. О, еба. Точно Division, ептать. Такая же презентация огнеметчика была в «Бегущем человеке» со Шварценеггером. А чё, типа хую, да? Типа, что я тебе в баллон выстрелил? Ты мог бы где-нибудь старай... Да, понятно. Взрыв баллона не разорвал его на части, он так сзади просто пыхнул там что-то. Как будто он на зажигалку бзданул слегонца так. А, и все, и налет закончился на этом. То есть основная ставка у них была на вот этого огнеметчика, его убили, они решили съебнуть сразу. На нас напали местные, с ними Крофт. Есть потери, кто погиб, кто бежал. На нас напали местные? То есть это не вы на вертолете прилетели их ебашить, да? Они на вас напали. Надо было ее убить. Твоих успехов особо незаметно. Возможно, ей удастся то, что не по силам тебе. Мне все по силам. Того и гляди, вмешается троица. А ты знаешь, что это значит. Я для них никто. Моя жизнь им безразлична. Мне нужна сила источника. И ты ее... Получить. Таблетки тебе, блядь, от кашля нужны. Бацилла. Наш успех неизбежен. Пожалуйста, найди его. А то у него что, стигмата на руке, что ли? Смотрите, на левой. На правой есть такая же дырка? Смотрите, на правой тоже. Его что, распинали? Чувак, да ты же ёбнутый. Я так далеко зашел, так много вынес. Эти преграды, что ты воздвиг на моем пути, грехи, что заставил меня совершить на то, должна быть причина. Это что за молитва такая? Только интересная. Ты можешь показать мне путь. Импровизация, наверное. Ради нее, ради тебя, ради Троицы, прошу. Укажи мне путь. Бля, кто так молится? Кто так молится? Ты чё, по телеку никогда не смотрел? Ты тоже так... Господу помолимся, аминь. Что ж значит кровь? Или как там это все было? Давай, ёпта, Константин Кровавый. Это была чертовски скоротечная война, надо сказать. Я к ней готовился больше, чем сражался. Держись, держись. Держись, пижон, не умирай. Прости, мне жаль, что так случилось. Это наш путь. Наш долг. Субтитры были слово «конечно», но я не слышал, чтобы кто-то его произнес. Я понимаю, что значит терять близких. Троица ведь не остановится. Вряд ли. Там кто-то пытается влезть их в разговор там со своей простреленной ногой. Это древняя карта старого города. Но в башне ее нет. Многие из наших живут в тех развалинах. Они будут не готовы к нападению. У вас все живут в развалинах, я тебе глаза открою. Я могу помочь, Яков. Ты сделаешь это ради нас? Или ради своей цели? Сейчас это одно и то же. Я вернусь с подкреплением. Ну хоть на флейте, на моей, на кожаной, ты поиграешь? Такие викинги, пиздец.
Да. Мне бинты нужны. Что? На башне. Пойдите по траве к башне. Я был уже в этой башне, блин. Я знаю. Я присмотрю за ранеными здесь. Будем жить. Надо им найти убежище. Тебе что-нибудь нужно? Да, пулю в голову ему нужно, чтобы не мучился. Да, блядь, где башня? Вон она. Я молю Бога, чтобы ты был. Я до сих пор не вижу. Все расплывается. Не знаю, кто тут раненый, но вот этот старичок-боровичок явно бухой. Из рюмочной вышел. Деталь винтовки со скользящим затвором 2 из 4. Вею. И типа, чё тут, как тут? О, рядом гробница. Ай, гиде. Налево. Ай, нравится гробница, ёптать. Где она там? Если в конце каждой серии проходить гробницу, мне кажется, что это будет это будет хорошо. Ага, по бревнышку, да, надо туда? Тут светло, чё ты включаешь свои палочки-то? Радуйся, что бесплатные. Ай, какая красотища. Ух, бля, живопись, ёптать. Вода только стрёмная какая-то, ну, серьезно, вообще не вписывается в портит атмосферу. Вот под ногами вода нормально смотрится, но вот эти брызги, ну, какие-то они что-то не очень. Подхалтурили, короче. И, по-моему, палочка, которая у нее на заднице, в воде гаснуть не должна. Ой, блядь! Ёбаная ты колода! Ну что ты делаешь? Кобыла, блядь, на каблуках, что ли? Да. Нужно как-то перебраться на ту сторону. Возможно, с помощью веревки. Подсказка, уровень просто 80-й. Я прям не знал, что делать. Было бы охуенно, если бы внизу еще акулы плавали и за жопу схватить пытались. Ну прям вот просится что-то такое. Вот в эту графику, вот камни охеренные все. Вот сверху водопад неплохо смотрится. Вот если ладонью так вот брызги закрыть, то смотрится хорошо. Вот что-нибудь такое просится, чтобы здесь какие-нибудь рептилии бегали, что-нибудь такое, вот ползало там первобытное что-нибудь. Но, к сожалению, ничего такого здесь нету. В очередной раз игра изволила немножко нахуй вылететь. Так что здесь я уже... Какая-то погребальная камера. Вот смотрите, какой видон, да, неплохой. Это мир глазами какашки просто. Вы видите, из кишечника вот к выходу уже ближе движется. Ну, тут зрители этого театра мертвых. Вот я здесь походил, побродил, дальше уже вот не был. Вот здесь наскальные комиксы про спасителя нашего, видимо. Видите, вот его бальзамируют втроем. Вот его на лодочке куда-то везут. И вот его еще куда-то несут, а дальше уже непонятно, куда именно его переносят. Но, видимо, куда-то сюда. Вот видите, я уже киндер-сундучок открыл. Так, а дальше-то... А дальше-то куда? А, все, нет, дальше я даже не был, по-моему, все, да. Вот тут уже мне все в новиночку. Ой, вот костер-лагерь, да? Какое великолепие. Ну, не вижу, вот конкретно здесь тема великолепия не раскрыта, мне кажется. Так, а где моя винтовка-то обещанная? Пистолет, пулемет. Ага. Ага. Так, а что можно для дробовичка прокачать? Уменьшение отдачи. Да, давай, а то задирает прям невыносимо. О, древний лук из рога. Шепот смерти. Шептун смерти. Ой, блядь. Высокую скорострельность.
Инкрустируем рог. Да, ну нахуй нужна эта скорострельность, говно такое. Ну-ка, дай хоть посмотреть, как выглядит. Да и выглядит как говно. Я лучше один раз ваншотом втащу, чем буду скорострельничать тут стоять. Так, и... Дожди-ка. Рюзляк. Ну, тут ничего у меня не прокачать. Видимо. Так, а как костюм этот дурацкий поменять? Я ж там два костюма открыла. Вот, смотрите. Небесный ткач. Одежда потомков. Блять, странно. О, изношенная в боях. Вот эти два костюма я открыл. Куртка потомка. Синяя тенниска. Ну-ка, там, по-моему, кусочек с титюлей можно разглядеть. Да, там даже две отличных таких. Ну, давай, ладно, в камуфляжке походим. Хер с ним, война ж все-таки. Так, боец. Чё, боец? Смерть с небес, мгновенная хуйня полная. Чё еще? Толстая кожа. Уровень 2. Сбс. Так, выживание. Изготовились. Ага. Драконов огонь. Изготовьте зажигательный патрон для дробовика. Ну, хуй его знает. Ладно, хуй с ним, пусть будет. Хотя, на самом деле, я не собираюсь ничего изготавливать. А, по-моему, это можно здесь. Здесь прямо это можно изготовить, да. И кончились. Ну что ж, 5 патронов, я надеюсь, хватит. Ладно, пошли в жопу эти все крафты. Давайте глянем, что тут за муточка. Так, ну... Я могу использовать вторую катушку с веревкой, чтобы подтащить плот к берегу. Плотик. А как перерезать-то? Ой, ёп. Опс. Теперь мне, наверное, вон туда. Вот это ловушечка. Ой, вот это, конечно, интересная гробница. Ну, походу, она простенькая. Куда нахуй? А, ну она не упадет, короче, понятно. Монеты для паромщика. Может, мы и вдали от дома. Это что, Стикс, что ли? Монеты паромщика. Когда любимые покидают нас, а в последнее время это происходит часто, мы провожаем их с должным уважением. Когда у нас не было винокурни, мы омывали их тела водой из озера. Когда нам не из чего было шить саваны, мы заворачивали их в шкуры. У нас с собой было мало денег, но теперь мы чеканим свои монеты, и нашим благословенным умершим есть чем расплатиться за переправу в другой мир. Жаль, что цена столь высока. Я что-то не врубаюсь. Тут что, уже и греческая мифология пошла, и все перемешали в одну. Осталось только еще монеты на глаза на ирландский манер ложить, да и ладно. Будет полный набор. Кстати, написано «Записка верховного священника», а голос бабский. Мне кажется, или в нашей религии не может... У нас патриархат, у нас как бы... можно быть монахиней, но ты выше монахини не подымешься, как бы ты там... Матриархата нету, ну как бы верховная. Ну, короче, вы поняли, да, что я говорю? Верховный, то есть... Верховный богослужитель у нас мужик. Чё за нахуй случилось-то? А, я об сталактиты углубился, что ли? Я думал, лодка туда не падает. А, все уже залутано, да? Говно какое-то. Ты ж пиздец. А, тут на поправку не надо делать. Тут надо... Вот именно когда красным загорится, тогда стрелять. Понятно. Да, текстура наматывания веревки просто сделана богами, блядь, своего дела.
Пиздец, как удобно. Так, пошел нахуй джойстик, понятно. Здравствуй, мышка. Тут надо все по-быстрому делать. Да ты, сука, собралась. Бедная лодка, вот ее колбасит. Смотри, она как дикий конь пытается сбросить своего седока. Еблысь. Вот для чего, сучка, нужна компьютерная мышка. И чё? Чё происходит? Крути, ебать, свою машину там. Подожди. Ты заебала, слышишь? Помирать тоже. Тебе не дает. Кенни, блядь, столько не умирал в Южном парке. Я что-то не понял, а чё? Надо поискать еще один плод. Нахуй нужен. А, вон он. И чё? А, на него запрыгнуть? Блять, я снова на геймпаде это делаю. Вот. Да, вот. Залупу в рот, блять. Давай, убивайся. Тупая ты, сука, шкура. Блять, какая геморройная херня. Господи, ну когда уже, сука, как на геймпаде, блять, в это играть-то, ебаный в рот, а? Сука, чё все так уебищно-то, блять? Вроде игра в первую очередь на консоли вышла, но это пиздец, без мышки хуй бы кто прошел. Вот и все, блять. Да, не та кнопка. Мне так нравится смотреть, как она протыкает свои сочные сиськи. Так, так, так. Но уже понятно, что надо делать. Хотя бы этот плод прокачанный, на том нету колеса, видите, для лебедочного. А это есть. Как мы боремся с течением просто, ух. Веревка что, рваться перестала внезапно, что? Вот все. Музычка заиграла, значит, мы близко. И что, и как эта дверь открывается? Интересно, они бальзамировали покойников? Ну да, мы только что на скалах про это смотрели. С 40-градусным бальзамом бальзамировали и покойников, и себя полировали сразу. Золотой кубок под стать королю или пророку. Его изготовили здесь, в Китеже. А, это уже Китеж, да, пошел? То есть сенсационного открытия не будет. Кстати, книга одна и та же во всех гробницах, вот под этим скрижалью. Могли бы хоть разные нарисовать. Знание анатомии. Освоен новый навык. Инстинкт выживания подсказывает местонахождение сердца у зверей. Выстрел в сердце наносит огромный урон, однако звери с плотной шкуры, медведи и крупные кошки имеют иммунитет к попаданию в сердце. Ну, конечно. Оно им как бы нахуй, наверное, не нужно вообще. Перк интересный, да. На геймпаде, конечно, это бесполезно пытаться попадать в сердце, потому что... Ибо говно. Но... Смотрится, я уверен, интересненько. Чё, назад быстрой дороги чё, нету? Опять, что ли, на этом говне? Ёб твою маму. Миллиметры. Меня спасли миллиметры. А, хрен там плавал-то.
Блять, а быстрого выхода отсюда не было? Вот там поверху. Чую, что нет. И плавать здесь эта манда, конечно же, не может. Как их припарковал близко. Удачненько. А там у нас не выход был. Чё-то нихуя не понимаю, как отсюда съебаться-то. Прикольно, блядь. Мне кажется, что мне нужна именно вот эта лодочка со своей, со своим штурвалом, чтобы на ней выплыть. Та лодка не подходит, видимо, для побега. Как ее сносят, а? Как сносят? Ёб твою мать, вот это лучше делать точно. Ну и хуль ты не крутишь-то? Ёб твою мать, кобыла. Тупое, блядь, животное, ёбаный твой рот, блядь, сука, пиздец, джойстик берешь, он нахуй не работает, когда она уже, блядь, эту хуйню воткнула, ну, пидораска, блядь, безмозгая, я твой рот ебал, пиздец, блядь, где выход, нахуй, отсюда нормальный, сука, я ебал ваши кораблики, такое говно, блядь, вот это куда, а, понятно, сука, пиздец. Если бы нахуй нормальное управление переключалось, я бы вышел тем сложным путем. Вообще не вопрос. Блять, все по-уебищному сделано. Сука, а че вот это говно не светилось, когда я туда шел? Смотрите, это ж вход. Просто здесь можно было бы так же разломать и пройти. Где там, блядь, чутье-то сраное было в этот момент? Овца, сука. Блять. Вот нахуй не побомбит, блядь, сука, не запишешь, ёбаный в рот. Ну, в принципе, чё, гробница разграблена, дело сделано, перк получен, можно серию заканчивать, короче. Хрен ли их писать-то по 2 часа. Так что что-нибудь там жмите, что-нибудь там пишите. Ох, красотища, ёб твою мать.